Ну вот, всем доброе утро. Вот, время 9:06 утра. Я иду на работу. Вот как поработала наша душа доблестная вот эта мама. Состояние, немножко несостояние. Ой, блин, не важно. Вот, вот так вот у нас сейчас продолжает течь бурная река. Нам сами погода. Далеко не кайф. Вот сейчас я пытаюсь добраться до своей работы. О, бедные наши жители, как они тут вообще могут ходить. Ну вот. Видите, все течет. Никто ничего не приехал, никто ничего не почистит. Все как текло, так и течет. Вот это вот подход к нашему единственному магазину. Куда ходим? Вот, как сами видите, лужа. Вот сейчас как я буду проходить, это я не представляю. Вот так. Ну что, ребят, я почти спустилась, хорошо, что не упала. Вот, вот тут вот, это вот уже пересечение с 8-й линии и Сызранская, ой, да, Сызранская непосредственно. Вот, бурные ручейки. Это, кстати, была единственная дорожка, в которой можно было пройти, спуститься вниз, чтобы идти не по дороге. Вот, ну а здесь вот вы видите, вот, машинки все разворачиваются, транспорт, соответственно, не ходит. Короче, очень хорошо все. Вот сейчас пытается проехать машина к нашему магазину. Ой, с товаром. Как видите, застряли ни вперед, ни назад. Там видно еще вереница машин, которые никак не могут. Вот такое сейчас у нас творится на дорогах. Вот все течет, все льется еще до сих пор. Доблестные работники водоканала там, конечно, работают. Вот, но неизвестно, как долго вообще они будут работать, чем это закончится. Ходить тут невозможно. Вот. Я даже не могу их пройти, снять, как они работают, потому что очень-очень скользко и очень сыро. Вот. Вот такая вот красота творится к подъезду единственного магазина. Да, то есть вот. Видите, какая прелесть. У нас сегодня приехала поставка с хлебом. Так что, ну, будем надеяться, что все-таки водоканал нам сделает все.